О, всем привет! Я давно не снимал распаковки на шмот, на кроссовки и так далее. Но сегодня будет одна пара кроссовок от моей самой любимой фирмы кроссовок New Balance. И ароматы. А ароматы чуть позже. Что за пара у нас? Это у нас New Balance 680 V7. У меня была пара V6, ну точнее до сих пор есть. Тут размер 11,5, это не мой размер, я ношу 12. Вот. 12, короче. И опять же, как и говорил, у меня была версия V6, до сих пор валяется. Тоже в отличном состоянии, там уже больше года или два, не помню. Почти идеально. Ну, не считая от того, что она, ну, грязноватая. Это артикул. Вот. Заказывал кроссовки мой друг. Поэтому есть две причины, по которым я эти кроссовки не смогу показать на ноге. Во-первых, они чужие, во-вторых, не мой размер. Ну, я тут приготовил весы, чтобы кое-что узнать. Я помню, что моя пара V6 весом 200 была весом 280-290 грамм, это при размере 12 US, как вы узнали, как вы знаете, потому что я вам это припомнил, и вообще у меня обзор на канале есть вроде как. Вот, в отличие от моих кроссовок, тут стилька Fresh FM, типа что-то наподобие того, что у Skechers, у Nike, не у Nike, да у Nike тоже каких-то моделей были такие стильки. У Puma сейчас активно такие стильки. Мягкие. Не совсем эффект памяти, но они мягкие. То есть они мягче, чем... микрофон поправлю. Мягче, чем большая часть того, что было до этого. И в том числе, чем мои стильки. У меня была простоватая стилька тут, она Fresh Foam. Дальше. У меня была Octave, тут у нас Fresh Foam. Кажется, у меня была Octave. И Octave, типа, полегче, чем всякие Foam, но я не знаю, сейчас как это будет весить. По ощущениям, плюс-минус так же. Тут у нас что? О, боже мой. Тут, короче, нет никакой подкладки. Это вот настолько тонкий слой. Это просто будет дышать, не знаю, лучше, чем мои легкие. Тут у нас... Я не вижу, есть рефлектив или нет. Нет рефлектива, то есть на камеру и глазами то же самое. Вот рефлектив тут. Глазами это темнее, а вот на камеру это светится. Сейчас вот так посмотрим. Ну, походу рефлектив тут вот на концах. Вот тут рефлектив. Потому что, да, на камеру они прямо белые-белые, а вот вживую они желтоватые. Да, вот. Это, кстати, прикольно. Концовки буквы N светятся. Это бомба. Не знаю, как это вообще вспышку убрать. Ну, короче, это бомба. Тут есть, конечно, брак. А, вот еще тут рефлектив вроде. Рефлектив, кажется. Или это не рефлектив? Сложно понять. Ну, скорее всего, это не рефлектив. Да, потому что когда рефлектив, это прямо так по-адски светит. Вот так. Это что у нас за точка? Козявка какая-то. Ага. Какая-то козявка отходит. Вот. Ну, то есть не совсем козявка, это какая-то... какой-то клей высохший или там что-то еще. Вот вам данные какие-то у нас. Интересно. Сейчас посмотрим, сколько это весит. Это очень важно. Вот, сейчас включим весы. Чувак, включайся. Хило, да, хило, блин. Это подвинем. Все. Какие 7 грамм? 0. А, все. Сейчас положим сюда. Ну да, они тяжелее, чем мои. Потому что тут применили Fresh FM. Видимо, от этого...
они типа станут более амортизирующими. Ну, это именно подошва касается. Подошва типа стала более амортизирующей, но при этом они стали тяжелее. Но надо признать, что они стали тяжелее не сильно, надо процентов 10, не знаю, сколько там посчитать. У меня были 280-290 грамм 12 размера, этот V6, это V7, 307 грамм, что такое? 306 грамм, это уже 1,5, да. То есть не такая, не велика разница, но при этом, то есть они сам материал сверху сделали легче, да, то есть они из-за того, что они применили более амортизирующую технологию в подошве, в этом и плюс есть, потому что им пришлось облегчить верх, вот, и как по мне, вот этот материал, он лучше будет дышать, и он более сквозной относительно версии V6. Так что вот очередная пара от МБ, бомбическая, прямо идеальный вариант на лето, идеальная версия для летней жары, просто кайф. Ну чё, с этими кроссовками закончили, переходим к ароматам. Versace Eros Eau de Toilette. Это тестер. Посмотрим, что и как. Кстати, у меня тестер Eau de Parfum в белой коробке приходил. А тут коробка такая коричневатая, сероватая. Кстати, тут бокам надписи. Да, это нормально для всех эросов. Дальше что? Раньше Эрос выходили просто Versace Эрос. Не было слова Eau de Toilette. И стали писать слово «Ода туалет» только после того, как они выпустили еще другие версии, чтобы люди не путались. Видимо, так. Вот, посмотрим батч-коды. FD2210, или как там. Я не знаю какого-то года, но мне было бы интересно узнать. Потому что во флеймах, кажется, если не ошибаюсь, крышку убрали в тестерах, они уже без крышки. У меня обычный раз. То есть почему отдельно во флейме убирать крышку, я не знаю. Тоже FD2210. Тестер, короче. Вот, потом посмотрю какого-то года. Еще один тестер. Два тестера и два не тестера. Mercedes-Benz Club. Вот, сейчас у нас тут открывается. Открывается. 100 мл. Посмотрим, вообще какая-то инфа есть нормальная, там пирамиде на Версаче не было, тут тоже нет. Ну, я люблю, когда пирамида указана на коробке. Это у нас это Мерседес. Вот флакон сделан классно в том смысле, что тут крышка не нужна, тут типа во флакон встроена клавиша, но сама кнопка пульвик. Но при этом этот пульвик так спрятан, что вот удобно нажимать пальцем, но при этом он вряд ли случайно, ну, произвольно нажмется в вашем рюкзаке, сумке и так далее. То есть это нормально сделали. А то бывает, ну, типа делают без крышки, типа со встроенным пульвиком, но он где-то тут, и он может нажаться. Самопроизвольный, как там сказать. Кстати, мой чехол Linkin Park. Тут Честер. Я купил еще в 2017 году, когда сразу как он умер, так скажем. Вот. Все понюхаю. Про Версачи ничего не скажу, потому что я знаю, как он пахнет. Пока сложно сказать, я его нанесу, похожу уже, включу в какой-нибудь обзор, либо если он меня вообще впечатлит прямо мощно, максимально, вообще отдельный обзор по нему сниму. Вот. Но по ощущениям, что-то знакомое выдает. Но не могу понять, что. Кстати, посмотрим, сколько флакон весит. Тяжеловато. Мой флакон тяжелее, чем мои кроссовки. Сейчас посмотрим, сколько Эрос весит сам флакон. Эрос еще весит тяжелее. Но я не знаю, сколько весит Инкарнуары. Они весят 432, 33. Ну там, кстати, по-разному бывает. Бывает 35, бывает 33. То есть я же несколько раз менял ароматы. То есть 2-3 грамма, ты не говоришь, что где-то подделка, где-то
оригинал, то есть это даже в кроссовках бывает левая, правая пара, ну, на несколько грамм могут отличаться по весу. Вот, это Варватос Винтаж. Наконец-то купил, и у меня остался еще один Варватос в пути, Artisan Blue, и тогда я уже сниму полноценный обзор на всю линейку, на все Варватос, которые у меня есть. Вот. Вроде 125, но какой-то маленький флакон. Как маленький флакон? Ну, из-за того, что, видимо, тут нет плетения и так далее, он кажется меньше, чем вот всякие артизаны. Вот. Кстати, посмотрим, какие данные у нас тут. Читаем. А вот. Тут у нас N22628A. Они вроде делаются у Элизабет Арден, если не ошибаюсь. Я слепой, не вижу Made in USA. Вот, короче. Коробка никак не пахнет. Сейчас я уберу, чтобы взвесить. Варватос. Данные какие у нас тут. Бачко тоже написан. Вот, если вам интересно, смотрите. Если хотите проверить оригинальность своего флакона, но что-то я реально не видел подделок на Варватосов. Я, ну, видел на Версаче, на Шанель. Пока ничем не пахнет, потому что такой открыл. Вот. Опять же, обзор на него будет уже отдельно. Если он меня впечатлит прямо мега-мега, как тот самый Раша Мастаж, я о нем сниму отдельный видос. Но если он будет тоже, ну, классным, но не так, чтобы я... Не так, чтобы у меня вау-эффект возник в голове. Ну, тогда я просто включу в общий обзор на Варватосы. Да. Сейчас взвесим его. 365. Вроде 335 или 45 весил Эрос. У нас чем дальше, тем тяжелее. Наверное, это самый тяжелый будет. Bentley Momentum Unlimited. Мишель Альмирак, или как там его, вроде парфюмер у нас. Кстати, у него хорошие работы бывают. Что у нас тут? Ой. Что у нас тут? Да нет, опять какая-то фигня написана. Ребят, пишите этот пирамиды. Так интереснее будет. Читаем. Да, им у Лалик делаются GOG21. У них баркоды как у Лалик, и обычно 21, типа, это говорит какого-то года, да. То есть там хитрого ничего нет, но же бачкоды искать не надо. Это выпуск 21 года. С одной стороны, далеко сделали, но с другой стороны, наверное, подделать это легко будет тоже. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Моментум. Он вроде свежак, вроде по отзывам не копия на Пуром от Versace или там на Allure Sport, но из этой серии, то есть свежак того направления. Красивый флакон, я не знаю, это металл, сейчас зубами проверю. Это металл. Это металл. Сверху металл. Тут тоже металл. Тут понятно, что металл. Нет, сейчас проверил. Ну, тут либо металл, либо тонкий пластик. Сейчас проверю. Угу. Ну, тут металл, точно. Да, металл. Металл. Сейчас посмотрим. Ох, как у всех Бентли крышка снимается не так хорошо, туго. Точнее, хорошо, потому что плотно сидит и надежно. Но если одну руку открывать, это нехорошо. Сложно. Опять же, крышка не пахнет, потому что он только открылся. Только его открыл, не наносил, не нюхал. Сейчас информация всякая. GOG21. Если вам интересно. Короче, сейчас взвесим. Как и сказал, чем дальше, тем тяжелее. Как так вышло, не знаю. Ну все, ребята, на этом все. Скорее всего, выберу либо вот это, либо вот это. Сегодня на вечер, это я знаю, как пахнет. Вот. Всем
Всем удачи, всем пока. Но напомню, будут ссылки в описании на мой телеграм-канал. Ребята, заходите, там есть чат. Приходите в этот чат. Там можно общаться, задавать вопросы, увидите всякие приколы, там мемчики, обзоры мои, которые я делаю там на пейнте. Вот. Теперь точно все. Всем удачи, всем пока.